В День народного единства депутат окружного совета от фракции «Единая Россия» встретились с участниками специальной военной операции. В КДЦ «Молодежный» для них была подготовлена концертная программа. Сейчас военнослужащие проходят реабилитацию в госпитале. Партийцы провели беседу с бойцами, а также вручили им подарки от имени женского движения. С Днем народного единства военнослужащих и всех жителей округа поздравил и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов.